Всем привет! Вы меня видите в окно? У нас вечер, и муж получил зарплату, съездил в город, купил кое-какие так называемые продукты. Сейчас покажу, что он вообще купил. Так, ну давайте начнем с первого. Это фруктовая смесь. Мы всегда ее берем в фикс-прайсе. Он, видимо, заходил туда, смотрел что-то. Ну, две штуки взял, потом чай у нас закончился, он купил. Икру кабачковую, две баночки, тоже берем в фикс-прайсе, очень вкусно, но я не знаю, где он брал, конечно. Дальше кетчуп вот такой взял у нас, потому что тут уже закончился. Масло, тоже сегодня последние потратила, прям угадал. Охотничьи колбаски, не знаю, по акции нет, были, не спрашивала, что-то его. Две упаковочки взял, потом без пакета он себе взял 4 штуки, туалетной бумаги взял 4 штуки. И мандаринки деткам взял. И надо батарейки. Вот он взял для Марининого вот этого планшета, вот, который, помните, мы ей дарили. На Марина батарейки, иди, папа тебе сделает. И также он купил майонез. Вот такие вот все у него покупочки. Так, у нас уже вечер. Я собираюсь заниматься холодцом. Буду сейчас разбирать мясо. Вот здесь еще полкастрюли. Дети мне уже начистили чеснок. Будем с вами крутить холодец. Так, дорогие друзья, перебрала я мясо для холодца. Сейчас прикручу мясорубку, я ее уже приготовила здесь. Сейчас прикручу и будем с вами перекручивать мясо. И будем перекручивать чеснок. У нас время, кстати, уже ночью. Ладно, занимаемся холодцом, потом покажу, сколько и чего у меня получилось. Так, перекрутила я все мясо, вот столько вот у меня получилось. Тут сразу с чесноком уже перекрутила, сейчас специи добавлю все. Что буду разлаживать? Вот такая, вот такие вот два контейнера у меня есть. Решила стеклянную форму. Но не купила я пластиковые контейнеры. Хотела купить одноразовые пластиковые контейнеры. Вот как наподобие, как в магазинах продают. Чтоб раз заморозил и пускай бы так бы стояло. Ну, вот, получу деньги, куплю обязательно. А пока вот в таких формах будем делать. Так, ладно, сейчас разбавлю и покажу, что у меня получится. Все. Сделала я холодец, у меня получилась одна такая форма, одна такая и вот эта вот большой чаша, большая такая чаша. Вот такой вот у меня холодец получился, но он густоватый, я вам скажу. Видите, он густой, вот он, как каша. Но я всегда такой делаю. Некоторые жидкие делают, чтобы сверху прям жижа была, а я люблю, когда он густой. Чтоб есть, так есть мясо, а не просто воду. Вот такой вот мой холодец. Все, сейчас убираю в морозилку и буду мыть мясорубку. Все. Убрала холодец, вымыла посуду. Сейчас попью горячий чай и лягу спать, наверное. Хотя мне надо еще на компьютере кое-что сделать. А потом уже только, наверное, лягу спать. Вот такой вот был день. В целом все хорошо. Ладно, всем спокойной ночи и всем говорю до завтра. Всем доброе утро. Ну, не утро, у нас уже обед, если честно. Время 12 часов, ребятки сели кушать. У нас сегодня опять мороз, поэтому я сегодня опять никого не стала отправлять в школу, в садик, все дома сидят. Утром встала, пошла, посмотрела, 35 градусов. Какой нафиг школа, садик, вы чего, такой мороз? Пусть дома сидят. Даже не стала будить. Ну, Егор только у меня не спал. Он всегда рано просыпается. Так что всем желаю хорошего дня и хорошего настроения. Всем добрый день. Сейчас мы идем кормить Тайсона. Вот такую вот порцию, кастрюлю, он съедает за раз. Потому что меня спрашивали, сколько вы ему даете. Сейчас сверху я еще залью тепленьким супом и отдаю ему. На улице немного потеплело. Сын сказал, что сейчас уже 27 градусов. А он сейчас в данный момент таскает у нас дрова домой на кухню. И сейчас. Это... Иди, пиши. Thank you.
показываю остатки ремонта. Не хватило немножко вот этих вот штуковин. В целом мы со Светиком доклеили. Сейчас ждем, когда папа плинтус сделает. И все. Так что... А, да. Здесь муж сделал вешалку. Раз вешалка, два вешалка. А здесь зеркало. Наше обычное зеркало. Полочки еще он сюда сейчас сделает для обуви. И все в целом. Наш коридор ремонт закончен. Сейчас плинтусы вот так вот по краю еще сделаю. Там порошок лежит. Отодвинули. Машинку пока сюда отодвинули. Потому что, видите, вывод вода туда сделал. Поэтому вот так вот. Ремонт мы доделали. Вот здесь не хватило немножко. Потом докуплю, доклею. Дорогие друзья, хочу ответить на один вопрос. Вы меня спрашивали, что вот это вот за домик стоит. Это у соседей там инструменталка, можно так сказать. Ну, там все, что не надо, они складывают. Это у них двухэтажный домик. И они там вот инструменты, ведра пустые, всякое такое, мебель ненужное, все вот туда. Это у соседей у наших. Вот там вот это гаражи. По-моему, один у соседа, а другой не знаю, у кого там. Точно не могу сказать, чьи. Там жилой двухэтажный дом. Там вот у них дальше, по-моему, гаражи, сарайки, я точно не знаю. Вот так вот. Тот огород, это соседский. Так что вот так вот. Надеюсь, на ваш вопрос ответила. Там у них вот банька рядышком с двухэтажным домиком. Так что вот так вот. Так, дорогие друзья, я натопила печку и сварила суп. Что, сына? Сейчас покажу, какой. А сварила я суп с гречкой. Очень вкусный гречневый суп. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Ну, а я сейчас тоже сяду, немножко поем хотя бы бульончика. Всем добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас пятница, и сегодня мои ученики опять остались дома, потому что у нас опять морозы. Мороз, я сегодня встала, 35 градусов было. Вот такая вот погода у нас на улице. Чудесно. Холодно на улице, но дома тепло. Печки топим, дома хорошо. Кактусы наши стоят. Так что вот такие вот, ребята, у нас новости. Так, все хорошо, все нормально. Все живы, здоровы, это самое главное. Снег тут кошки уже тоже потаскали. Ребята дома, уроки делают, им задают дистанционно, раз пока морозы. Кто в школу ходит, те в школе учатся, а кто не ходит, тот дома. Учатся просто в электронном дневнике, берут уроки и делают. Ну, ничего страшного, что теперь поделаешь. У меня и ребята в садик тоже не ходят на этой неделе. Поэтому вот как-то так. Ладно, всем всего самого хорошего. Желаем. И пишите, какая у вас погода на этой неделе была. У нас на этой неделе, получается, всю неделю ребята дома сидели. Ни школа, ни садик, вообще никуда не ходили. Даже на улицу не выйдешь, потому что больше 30 градусов мороз. Ой, Господи. Ну ничего, потом наверстаем. Пишите, какая у вас погода.